Добрый вечер. Сегодня мы с вами будем говорить о взаимоотношении полов и в основном все, что связано с нарушениями в этой области, потому что сегодня у нас нет ничего правильного, ну, практически ничего правильного по сравнению, опять же, вот с непрописными, сохранившими нашу древнюю культуру. Вот. Ну, и понятно, с другими цивилизациями, которые тоже исчезли у нас на Земле. Вот. У нас навязана вот эта вот поза, неправильная поза, которую называют христианской. Это когда мужчина и женщина находятся друг к другу лицом. Это в действительности поза извращенная. Правильное положение, божественная поза, мужчина сзади, женщина. В результате применения этой позы, а женщины некоторые, они даже по-другому не представляют себе и не хотят по-другому именно про божественность здесь даже и говорить не приходится. Вот. Дело в том, что в этой позе у нас получается, что у женщины сразу же начинаются патологии. Прежде всего это происходит... изменение положения влагалища правильным положением, оно сдвигается к животу ближе. Потом это сказывается на вынашивании ребенка. А некоторые уже это передаются по наследству, изменение положения половых органов, но передается по наследству. И вот когда происходит вынашивание ребенка, ребенок же стоит всегда к выходу. Голова находится к выходу, он находится в позе эмбриона. Но если у него, у женщины произошел сдвиг, то ребенок, получается, стоит на голове. Из-за этого он начинает крутиться. Это неудобная для него поза. И часто вот возникают вот эти вот прилежания неправильные. Да, он, ручка может пойти там. Ножка может пойти. В общем-то, ребенок неправильно начинает там удерживаться у матки. Но вызвано это как раз тем, что сразу была нарушена неправильно осуществляемая поза. Второй момент, который очень вреден. Ведь обычно после того, как мужчина и женщина сходятся, ну, любовь у них, ну, год это, ну, более-менее точно, максимум 3. Потом начинается охлаждение. Охлаждение получается из-за того, что у нас, у мужчин и у женщин, энергия течет в разные стороны. У мужчин она течет по животу кверху и по спине к низу. А у женщин течет наоборот. Она течет у них по спине кверху и по животу к низу. И когда мы находимся друг к другу лицом, эти два потока, они идут навстречу друг другу, и они тормозят друг друга. И поэтому после полового акта такого нет увеличение вот этой энергии. Это половая энергия. Но на сагитальной плоскости смотреть, то, значит, получается две шестерни, которые крутятся, но одна в одну сторону, а другая им навстречу. Понятно, что происходит торможение. И у кого из супругов сильнее энергия, они побеждают. Они закручивают энергию в неправильную сторону. То есть у женщин, если она сильнее, она мужчине закрутит, и у нее появляются тенденции женские. Ну, а если у мужчины сильнее энергия, значит, у женщины он закрутит в другую сторону. Если они долго живут и долго занимаются любовью. Вот. И чтобы этого не было, надо всегда соблюдать позу правильную, божественную. Тогда происходит раскручивание, и чем больше испытывают супруги чувства, вот, сильнее, чем они достигают, тем больше у них возникает привязанность. И почему у нас
Славянка, которая теряла мужа, она сходила вместе с ним на костер погребальный. Ну, потому что они же две половины получались. Теперь другое неправильное опять действие. Это, в общем-то, только животные так сношаются. И мы, собственно говоря, и у нас это сношение тоже перенято. Вот это фрикции. Фрикции, которые представляют собой, когда мужчина растягивает влагалище у женщины. И чем сильнее, тем вроде как бы больше удовольствия. Но это все не так. Фрикции вообще не нужны. И если нужны, то они такие. У девочек, у них влагалище 2-3 сантиметра. Вот таким должно быть остаться и у супругов. А если ее растягивать, конечно, у нее там и 7, и 12 сантиметров. И из этого, кстати говоря, часто возникает именно быстрая старость. Потому что растягивая половые органы, мы их старим. Потому что растягивающие фрикции, они эластичность нарушают у органа. И поэтому, в общем-то, вследствие индукции эластичность нарушена. А что такое? Это же тургор. Тургор – это вот упругость кожи. И за счет индукции, прежде всего, конечно, на лицо, начинается быстрое увядание и старение. Поэтому фрикции не должно быть. В действительности должно быть касание. Легкое касание и не введение члена до конца, как стараются сейчас делать. Это чисто животный инстинкт уже. Именно касание. Потому что именно в моменты касания происходит объединение нервных систем. Там же много чувствительных клеток. И на головке члена у мужчин, и у матки. А что такое чувствительная клетка? Это нервная клетка. Но она имеет один конец, значит, с нервной системой соединен, а второй прям в кожу. Он нигде, он ни с чем не связан. И когда происходит соединение, чтобы произошло объединение нервных систем, надо, чтобы они выровняли свою частоту. Вот когда выравнивание происходит, тогда возникает эта гармония, то, что потом называют любовью. Почему, собственно говоря, и возникают две половины. То есть две половины объединяются в одно целое. Почему у мужчин и у женщин называют пол мужской и пол женский? Потому что это половина. А когда происходит объединение, ну это уже возникает целое. Целое существо, которое, в принципе, друг без друга уже существовать не может. Поэтому мужчины, потерявшие свою супругу, искали смерти в бою, ну, а женщины сходили на погребальный костер. Это было неизбежно, потому что, потеряя свою половину, ну, как потерять вот часть организма своего? Понятно, что, в общем-то, это уже не жизнь. И что интересно, у нас ведь, смотрите, в момент соития, вот у нас много этих названий, там совокупление, сношение, соитие. Все разные виды действительности. Хотя слово сношение – это новое слово сравнительно, да. Но там было любодейство, но слово прелюбодейство у нас осталось. Вот это все разные виды. И они очень важны, кстати говоря, потому что соитие, вот сейчас его нет. Соитие, когда у нас головка члена проникала в матку. Тогда происходило соитие. В народе это явление называют склещиванием. Склещивание, ну, в медицине это называют вагинизмом, да. Вот, ну, причем есть два вида склещивания. Один вид, когда пара пугается почему-то, из-за чего-то ее застукали, там еще что-то, и происходит спазм
А второй вид скрещивания – это когда вот именно головка проникает в матку, и матка тоже спазмируется. Поскольку у нас трение у мужского члена, как ласточки, обратно он выйти из матки не может. Врачи не разделяют ни маточное скрещивание, ни влагалищное. Для них это одно и то же. Ну, а в действительности это скрещивание происходило потому, что раньше и мужчина, и женщина вынашивали ребенка совместно. И для этого, значит, женщины, они, значит, носили с детства каблуки, потому что женский организм обычно меньше. Но даже если одинаковый рост, то у нас все равно мужчина выше, потому что ноги у него длиннее. У женщины, как правило, неправильно, то есть пополам. Вот. И поэтому ей приходилось носить каблуки. И обучали это с детства. И мужчины, и женщины носили платья. Платья именно потому, что вот на это существо, которое создалось, ну, сейчас его называют андрогином, а вообще это друзья. Вот, то, что, значит, объединялось. У нас вот слово «друзы» осталось, да, это сросшиеся кристаллы. Ну, и здесь тоже сросшиеся получались персонажи. Дело в том, что вот это слияние в биологии, это вообще считается высшая форма размножения. Одноклеточные организмы, обычно они делятся, вот, некоторые почкуются, ну, это вот у растений часто наблюдается, а вот некоторые сливаются, а потом делятся. Вот слияние, который получил название биологик, конъюгация. Это высшая форма. И мы тоже раньше сливались. Сливались в этой конъюгации в совместном вынашивании плода. Почему у мужчин грудь? Вот некоторые же мужчины даются раздаивать. Ну, в принципе, раздаивать всех удается. Ну, в легендах вот сохранились эти рассказы, что раздаивали мужчин тоже. Вот. Потому что совместное было и вскармливание потом ребенка. У мужчин до сих пор, в общем-то, сохранилось такое явление, как приапизм. Это когда у нас в народе его называют просто сухостоем. Когда у мужчин, у него происходит возбуждение, не возбуждение, а отвердение полового члена, и он с этим ничего не может поделать. И поездка месяцев. Но обычно там колят, все это проходит. А у женщин то, что называют нимфомания. Или в народе опять это называют бешенством матки. Вот. И в 19 веке у нас каждая четвертая женщина страдала нимфоманией. Но это потому что тоска по совместному вынашиванию. Потому что во время совместного вынашивания половой акт длится фактически весь срок вынашивания. А поскольку вынашивание в прошлом длилось 18 месяцев, не 9, как сейчас, а 18, то, в общем-то, 18 месяцев шел половой акт, беспрерывный. Поэтому приапизм и то, что называют бешенством матки, это было обычным, или нимфомания, это было обычным явлением. У мужчин еще есть такое явление. У женщины тоже случается, но не из-за этого. Называется эйшурия. Это когда прекращается выделение мочи. Вот раньше, когда происходило объединение мужского и женского организма, то мужчина, он, в принципе, в туалет ходил только по-большому, а женщина могла ходить по-маленькому. Из-за этого вот это явление эйшурии. То есть он тоже возникает из-за того, что мужской организм требует слияния с женским организмом.
в процессе вынашивания такого из плоти мужской вырастала вторая пуповина. И, в принципе, признак божественности – это два пупка на теле. Ну, или он, в принципе, имеет такое, как бы, они в одно место почти крепятся, но он как бы раздвоенный, этот пупочек у ребенка получается. Это как раз признак божественности. У нас для того, чтобы вот этого склещивания не происходило и совместного вынашивания не было, когда особенно вот мужское население уменьшилось сильно, пришлось ввести обрезание. Вот православных обрезали до, ну и даже после революции еще некоторое время. Ну, то есть до революции было обрезание. А вот у мусульман и иудеев, у некоторых племен Африки это обрезание сохранилось до сих пор. Это для того, чтобы не было склещивания. У нас потому что соитие – это вот как раз объединение. Вот совокупление отличается от соития тем, что происходит оплодотворение, но плод выносит одна женщина. Почему совокупление? Ова – это яйцо, потому что и совокупление. Вот. И когда совместное вынашивание было прекращено, у нас человек очень сильно изменился физиологически и анатомически. У нас исчезло второе сердце, потому что при совместном вынашивании ребенок рождается с двумя сердцами, с двумя печенями, с двумя селезенками. А два желудка, кстати говоря, два пищевода. У нас сохранилось два пищевода, у нас же сохранилось выражение «ест два горла». Но в действительности у нас было два горла. Вот язычок, который сейчас там, маленький язычок, вот и непонятна его функция. Говорят, что вот, мол, он не дает попасть в дыхательное горло. У нас потому что трахея идет, да, и пищевод, они вместе идут. Когда мы глотаем, там щель вот эта трахейная, она закрывает. И язычок здесь ни при чем. Это глупое объяснение. Язычок как раз был нужен для того, чтобы распределять как пища кислотная, как щелочная. Вот из второго желудка, который у нас был щелочной, сейчас образовалась, ну вернее не образовалась, она уменьшилась очень сильно, поджелудочная железа. У нас было вот так вот два пищевода, и они объединялись 12-перстной кишкой. Вернее, попадали в два желудка, а между желудками, значит, была вот эта 12-перстная кишка, от которой уже потом шел кишечник тонкий. Дальше у нас исчезло сердце второе, которое качало венозную кровь. Сейчас венозная кровь ничем не качается, и только лишь упражнения или передвижения ногами способствуют прокачиванию венозной крови. У нас сердце качает только артериальную кровь. Вот, исчезла вторая печень, исчезла селезенка вторая. Хотя у нас рождаются люди до сих пор и со второй селезенкой, и со второй печенью, и с двумя сердцами. У нас таких людей, к сожалению, им не дают долго жить, их залечивают. Точно так же, когда люди рождаются с голубой кровью, их тоже залечивают. Вот в Англии родился ребенок с голубой кровью, но не прошло много. Его лечили, чтобы была красная кровь. Вот. А голубая кровь, она получается из-за того, что у нас в организме витамин В12, он сродни гемоглобину. Но отличается от гемоглобина тем, что у него кобальт в основании. А у нас железо. Железо делает красным цвет крови. А кобальт он делает голубым. Но сейчас рассказывают, что там зеленая кровь, там медь там присутствует, хром там присутствует. Там есть такие, да, соединения такие есть.
Вот. Но это другие организмы совсем. У нас B12, он синтезируется в правда, в малых количествах сейчас. И связан с тем, что люди перешли на эмоции, переживания в основном. Да? То есть вот даже посмотреть, как происходит вынашивание ребенка, да, женщина же часто психует из-за того, что там женится, не женится, какие-то отношения с родителями мужа, еще что-то. Короче говоря, у нее у самой кровь станет красным, не только у ребенка, от всех этих переживаний. Потому что красный цвет означает, что есть очень сильные эмоции. Причем не лучшие эмоции. А когда все спокойно, нормально, получается вот как раз B12. Причем у мужчин и у женщины, когда происходит вынашивание ребенка, кровь не смешивается с кровью ребенка. И, кстати говоря, вот происходит ведь прикрепление, когда крепится вторая пуповина мужская к ребенку, да, к животу ребенка, он крепится к аппендиксу. Аппендикс, он же, смотрите, само слово даже осталось правильное, потому что пенис и аппендис. То есть он присоединяется, и он как бы продолжение пениса. И поэтому питание ребенок получает от двух. Ведь токсикоз, например, у женщин, его раньше не было, потому что женщина не ела. Ел один мужчина за двоих. Ну и поэтому... И объединение-то происходило через ребенка, да? У мужчин и женщин. То есть питание, питательные все вещества поступали тоже из этой же пуповины к женщине. Вот. И у нас получилась такая сейчас ситуация, что мы утратили божественность не только потому, что у нас нарушено, вот, но еще из-за того, что у нас произошло множество извращений. Раньше, например, были мужские и женские дни. Ну, мы об этом немножко говорили. Говорили, что надо, значит, вот правая и левая там рука. Левая, как правило, это женская, а мужская – это правая рука. Вот. Но были дни, когда было явление милования. У нас милование сейчас исчезло тоже. Но еще вот после революции я даже ребенком застал, когда нас из Москвы отправляли в деревню. Ну, это в Ступинском районе у нас там бабушка с дедушкой жили. Вот. Мы еще застали, когда нас в субботу обычно дед с папкой нас выгоняли на улицу погулять, а сами, значит, вот там разбирали полеты. Кто на что обиделся, кто что не так там сказал, для того, чтобы вот этих вот отрицательных эмоций не копилось. Ну, мы понятно, пацаны, нам уже интересно, что там. Ну, в принципе, я это запомнил, что такие вот вещи происходили. И вот эти вот разбирательства, они не должны там касаться того, что ты такой, а я такая, или ты такая, я такой. Вот, они как раз направлены на то, чтобы убрать проблемы в отношениях, убрать обиды. Они не должны копиться. Тогда отношения будут долгими и прочными. Ну и, соответственно, правильно соблюдать правильную позу в половом акте. У нас раньше все половые акты, они были вынесены за предел дома. У нас же сейчас в клетках все вместе, и детишки, и взрослые, и все. А эмоциональное поле, которое возникает при половом акте, оно очень сильное. Оно покрывает вообще многие десятки метров. И поэтому у детишек вот ранее развивается сексуальность. У нас вообще раньше, это еще до Невского Александра было, все дома были, ну, в смысле, вот для половых актов вынесены в летние домики. Но раньше и лето это было все время, да, в центре сада, который стоял.
И поэтому растения там благоухали. Когда вот есть половая энергия, они питаются этой энергией. И они, естественно, дают и точные, и быстрые сходы, и точные плоды. То есть, и главное, что сладкие и все прочее. Так это именно половая энергия такая, таким качеством обладает. И когда, значит, во времена, значит, Невского, ну, особенно после гибели его войска и самого Невского, когда стало, в общем-то, трудно с мужчинами, с мужским населением, но мужчин практически не было, были дети и женщины, вот тогда вот возникла Ипполита, это в действительности супруга Александра Невского. И тогда произошло изменение. У нас половое созревание было к 72 годам. К 72 годам, и там был Велес. А пришлось Вея, который ответственен сейчас за 72-96 лет период, поместить раньше, с 24 до 48 лет Велеса. А Вея туда перенести. Потому что у нас вот именно с 24 до 48 это вот как раз мудрость. Постижение мудрости. Сначала был хорс, это постижение вообще обучения, а потом вот мудрость. То есть это, в принципе, творческий период. И пришлось поменять. То есть и у нас с тех пор, не к 24 годам уже созревает, созревание происходит, а уже в некоторых странах к 7 годам. Уже даже случаи, когда 5-летние девочки беременеют. То есть маразм опускания и деградация, он происходит у нас в обществе, происходит точно так же, как и у животных. Вот гориллы, это же, в принципе, люди. Но из-за того, что они вот ушли в этот, в лес, да, в лесу особых там не нужно ума, там, каких-то навыков специальных, они быстро деградируют. Кстати, у горилл вот сохранился человеческий, христианский способ осуществление половых актов. А вот у остальных животных нигде вот их не наблюдается. И, кстати говоря, если сейчас уж закончить тему про половые акты, значит, там должны быть не фрикции, а именно вращательно-колебательные движения, как у кошачьих сохранилось. Или очень легкие фрикции, которые касаются каких-то локов на половом органе женщины. Вот когда вот идет легкое касание, это, ну, это небольшие, вот, небольшое колебание и легкие касания, потому что объединение систем, оно может везде произойти, у мужчины и у женщины. А вот это касание, оно может и не только таким, оно может быть таким за счет предстательной железы, она, там у нее мышца. Вот. Возникает то, что сейчас называется квиртом, а в действительности это семяизвержение у женщины может произойти в любой точке ее полового органа, потому что там у нее находится... железы, которые вырабатывают, ну, то, что в народе называют маловхёй. Сейчас слово это тоже практически не используется, исчезло. Но по своему составу оно близко к эякуляту мужскому. Вот. И этот сквирт, он происходит буквально в любой точке. Может происходить в любой точке. И потом ведь, смотрите, женщина, если... сама себе удовлетворяет, ей нужно 4 минуты. В половом же акте для ее удовлетворения надо 20 минут. То есть понятно, что все женщины получаются неудовлетворенными, когда у мужчин в результате вот этих диких фрикций быстро очень кончается запал, потенциал, и они, ну, как их опять на родине называют, скорострелы. А вот если они правильно начинают осуществлять
акт у женщины быстрее наступает, у мужчины уже с ним вместе. Поскольку у нас много видов оргазма существует, да, и у нас ведь там на половом органе женщин там и силока, и чилока, и цилока находится, и дзылока. Это все разные зоны, которые, ну, пропитаны буквально вот этими нервными окончаниями чувствительными. И это как раз вот последовательное каждой зоны возбуждения приводит в конце концов к соитию. Так просто соития не достичь. Женский организм, он должен быть, как бы довериться этому мужчине, чтобы вот произошло соитие. Но я, в принципе, думаю, что это когда-нибудь все-таки произойдет. Мы вернемся к этому, к явлению. Цели полового акта, конечно, не только рождение детей. Существует 12 целей. Одно из них – это рождение драла. Вот когда происходит просто сношение без оплодотворения, то в этот момент рождается драл. Драл – это существо, которое существует в нашем доме в виде домового. Он является хранителем, и он появляется именно как тонкая, тонкоматериальная субстанция, повторяющая фактически характеры супругов, да, и стоящая на службе, на сохранение семьи. И вот если все время делать все правильно, то есть соблюдать там направление в позе, дальше, значит, время соблюдать и другие аспекты, которые позволяют этому даралу накапливать эту половую энергию, то он, в конце концов, превращается в джина. И, в общем-то, этим-то, в общем-то, и занимались, когда из дарала создавали джина, который уже может все. Его можно только позвать, но, в общем-то, выполняет любое желание супругов. Когда супруги ссорятся, дарал обычно или кидают там какие-то вещи. В общем, они проявляют свое существование, свое недовольство тем, что супруги ссорятся. Вот. Но это дарал рождается только в том случае, если нет оплодотворения. Если оплодотворение произошло, там все по-другому. Кстати говоря, вот у собак, у них ведь тоже скрещивание явление наблюдается. Но из-за того, что у них нету этого ласточкиного хвоста у головки мужского члена, у кобеля, да, у них скрещивание, оно проходит. То есть через какое-то время они, из слипшихся, в общем-то, расходятся. В этот момент, как правило, самка собаки кусает самца, потому что, ну, хочет освободиться от него и думает, что это он специально к ней приклеился. Но он не может, потому что вот такое вот явление произошло. Кстати говоря, сейчас вот, когда такое... Это сейчас редкое явление, но если оно такое происходит, то можно использовать как раз ножпу расслабляющую, вот уколы ножпы. Вот, и в принципе все это... Ну, обрезание, поскольку у нас сейчас нет, ну, в принципе, обрезание тоже приводит к тому, что, в общем-то, склещивание проходит. И то, что вот у нас друзья не разлило, да, да. То есть это все из-за того, что их раньше, в принципе, пытались разливать таким вот способом. Другая цель полового акта — это изменение свойств растений. Ну, вот я вот говорил, что половая энергия, она нужна. И в частности, вот для получения новых видов, это тоже половые акты использовались. Вот, у нас вот осталось выражение «кишка тонка». Но она тонка, потому что если кишок, в общем-то, получались разные виды.
Вы можете взять семечко, завернуть его тоже в какое-нибудь золото, вот, проглотить его и задать ему свойства. И вот через половой акт эти свойства, они однозначно реализуются. Все, что вы задумали, оно все получится. Потому что половой акт, он рождает божественную энергию. А божественная энергия, как известно, может созидать что угодно. Поэтому все, что мы скажем, сладость, вкус, запах у плода, можно это все получать. И получить вот все то, что у нас сейчас вот украли, убрали, мы это все можем восстановить. Используют эти вот старые методики, которые применяются, до сих пор применяются в древле православных непрописных поселений. Почему у них много всяких вот этих и фруктов, и ягодов, которых нет у нас? У них потому что могут создавать. Самое-то главное, что можно ведь с помощью полового акта не только создавать вот новое что-то, да, а можно у себя создавать. Ведь это энергия, а у нас для того, чтобы проявились какие-то новые свойства, новые качества, новые способности, новые органы чувств, нужна энергия. Даже если у вас исчез какой-то орган по каким-то причинам, зубы те же самые, почку там иногда удаляют, там, или вообще половые органы удаляют, матку там, например, или яичник там вырезают. Ну, вырезают это обычно из-за того, что, в общем-то, старение быстро происходит, или там появляется инфекция. Вот. Часто вот выпадение там матки или даже влагалище выпадает у женщин. Это как раз связано с тем, что мышцы слабеют из-за неправильно осуществляемых половых актов. Это явление начинает к старости проявляться. И надо это возвращать. Все, что у нас украли, все, что мы можем вернуть, те растения, которые давали нам белки, те растения, которые давали нам жиры, все это вполне можно возвратить. Другая цель – это расширение, ну, половых актов, это расширение органов чувств. Дело в том, что когда вот возникают вот эти все состояния, да, они приводят к тому, что у человека происходит раздвижение диапазонов органов чувств, потому что эта энергия, ее избыток, она насыщает все наши внутренние органы, в том числе и органы чувств. И поэтому появляется возможность создания или превращения наших органов чувств в воздействующие органы. У нас ведь воздействующих органов сейчас практически нет. Ну, руки там могут писать, там что-то делать, могут воздействовать. А глаза? Глаза уже не могут воздействовать на человека, передавать ему свои мысли. То же самое и уши. У нас вот слова сохранились, а чуять, допустим, и слушать. Это разные, в действительности, вещи. То есть слышать – это как раз вот передавать, а чуять – это как раз вот получать звуки. Вот, точно так же, как и глаз, и с голосом он связан. То есть он, это для общения в основном, когда люди могли смотреть друг другу в глаза и передавали мысли. А когда на большие расстояния, это тоже доказание уже, потому что показ – это происходит на большом расстоянии, а глаз – это вот мы смотрим друг другу в глаза и общаемся. Это тоже казание, но это близкое казание. Вот. Все состояния божественные, которые называются родением, они тоже связаны с тем, что человек, только ощутив вот эти божественные вибрации, божественные эмоции, он может у себя вызвать и все, что связано с божественными эмоциями наших богов. И поскольку у нас в основании эволюции вообще лежит эмоция, потому что эмоция может сразу вызвать там,
непомерные силы, когда человек там прыгает на 12 метров между домами, а за ним гнались, когда там он поднимает машину 2 тонны, вот, вернее, 1,5 тонны, которая наехала на ребенка, и женщина 50 килограммов взяла и подняла эту машину. Хотя мужики не могли несколько человек поднять ее. Это вот как раз эмоции. Они усиливают наши возможности. И они превращают нас постепенно, превращают в Бога. То есть через половую, через половые отношения можно достигать вот этих вот результатов, божественных результатов. Можно и новые органы чувств достигать. Органы чувств, которых у нас сейчас нет. Мы не видим, например, инфрасвет, ультрасвет. Не видим рентгеновские лучи. А в принципе это все можно видеть. Это все на одном диапазоне расположено. Но диапазоны разные. Но они, в общем-то, имеют одну и ту же природу. У нас в природе в действительности все подчинено числу пи. Вот в свое время Петровский, он обратил внимание, что дюны, например, от барханов отличаются в пи раз. Или в пи квадрате. Барханы от сопок отличаются тоже в пи раз. Сопки от гор тоже в пи раз. Большие горы от маленьких гор тоже в пи раз отличаются. И даже расстояние до Луны тоже подчинено числу пи в этом случае. Так у нас все диапазоны, они тоже отличаются в пи. Или в пи квадрат. Пи квадрат это как раз получается 10. Потому что у индусов до сих пор пи считается корнем из 10. А мы, помните, когда измеряли пи у себя в квартире, оно тоже не всегда давно сравнялось от 3,14. Оно было или 2,8 у кого-то, у некоторых до 4 единиц доходило. То есть это вообще полная аномалия. Когда и параллельно там можно увидеть и так далее. Так вот у нас все, и пи внутри нас тоже. И вот эти вот возможности расширения диапазона видения, они как раз и дают возможности видеть все остальные миры. Особенно, когда мы делаем прорастание четвертое измерение. Здесь несколько другая уже технология. Но, в общем-то, все равно то же самое. Эволюцию мы можем тоже получать с помощью вот этих правильно организованных половых актов. Ну и самое-то главное, что мы можем достигать контакта с Богом, приходить в блаженство. Потому что эти состояния, они настолько запоминающиеся, от которых не хочется уходить, которые хочется все время иметь. И вот именно вспоминая это состояние, мы можем достигать богов, контакта с богами. То есть то, что называется блаженство. И почему у нас, собственно говоря, женщин выкинули из жреческого сословия, да, именно потому, чтобы вот этого пути не было. Более того, женщин у нас сделали рабыми, рабами фактически, именно уже в человеческом обществе. Потому что когда были военные действия, а их было много у нас, 19 только одних крестовых походов против России было совершено. И когда мы проигрывали, а такое происходило часто, то ну, мужчин всех перебивали, умерщвляли, а женщин брали в рабство. И вот, собственно говоря, вот это рабство к нам шло с юго-востока и с востока. Ну, с юга. Потому что вот до сих пор именно в странах востока сохранилось негативное отношение к женщине. То есть женщина не может сидеть вместе со всеми за столом. Она не имеет слова. То есть, если ее не спросят. Вот. Все это получалось из-за того, что их женщин превращали в рабынь. И поскольку там рабыня не должна рожать от хозяина, да,
вот придумали вот эти вот виды сношений, которые, в общем-то, повторяют животные виды сношений. У нас было так называемое, ну, вид сношения, который блудодейство, который не приводил к половому, к зачатию, и он осуществлялся именно в просак. Просак – это расстояние между, значит, входом в влагалище и анусом. Вот. Этот вид вообще, он уже давно исчез, но слово блудодейство у нас осталось. Но совсем другое значение у нас, оно несколько отрицательное. А оно применялось, потому что раньше, так это и сейчас, в принципе, когда вот зашкаливают эти все гормоны, а также когда, ну, не надо, значит, забеременеть, применялось этот вид сношений. И оргазм тоже был. И у нас вообще оргазм может быть в любой точке, если вот правильно. Даже вот просто даже если трогать, там вот уши, там, у нас у женщин, я имею в виду, единственное место, где в действительности эрогенная зона, это затылок. И у нас у некоторых народов до сих пор сохранилось, что они не показывают это место, выбривают его еще специально, но закрывают волосами. И если показать это место, это верх распущенности считается. Ну, тех же африканских, например, народов. Вот. А вот эти вот легкие касания, там, я говорю, даже не обязательно использовать и половые органы на коже, а можно вызвать вот такие вот ощущения, оргазмические ощущения. Потому что три таких вот повторения, особенно если это идет с оргазмом, да, и у нас эта точка начинает работать. Вот у нас считается, что грудь женщины – это вот как раз самое такое место эрогенное. Вот у непрописных вообще запрещено трогать грудь женщины. Это только для ребенка. Потому что ребенок, если у нее эта эрогенная зона стала, это ведь искусственно вызвано-то. Вот. Начинают у женщины вырабатываться гормоны, и молоко становится невкусным. Поэтому у нас дети очень быстро отказываются от молока. А надо кормить ребенка, ну, как минимум 4 года. Хотя считается, что там молоко там неправильное, уже лишено всего. Это все не так. Это все связано с тем, что ну, некоторые дети, они все равно начинают есть это молоко. И в конце концов, вот оно портится. Но портится оно часто именно неправильное питание женщины. Вот. Вынашивание у нас сейчас тоже все сделано для того, чтобы женщина неправильно рожала. То есть... Ну, при вынашивании понятно. И, во-первых, только на последних сроках, там, месяцах дают больничный, да? А вообще, как только забеременела женщина, она, по идее, не должна посещать эту работу, где и стресс, и напряжение, и усталость, и другие неприятности. Она должна как раз заниматься хозяйством, подготовкой к родам, то есть подготовкой там, ну, там для детишек все подготовить и так далее. Вот. И рождение ребенка, оно тоже должно быть правильным, потому что у нас женщину, как правило, кладут на спину, и она должна тужиться. И чтобы ребенка, значит, вытолкнуть, ей приходится преодолевать еще силу тяжести ребенка.
вместо того, чтобы сесть на корточки, ребенок вышел под своим собственным весом. Что, собственно говоря, сейчас сделали в некоторых странах, например, в Голландии. А у нас до сих пор, как вот написал это распоряжение Дзержинский, что детей вот надо вот так вот вытаскивать, и женщины приходится вытаскивать подчас, когда женщина не может разродиться. А дело в том, что у девушек, у них откуда вообще развитие этих мышц? Развитие мышц, там специально тоже школы, школы детей, например, которые сейчас, кстати, в Москве появились. Вот. А тогда-то вообще об этом никто ничего не говорил. Поэтому понятно, что сложно достаточно рождать. Потом, когда ребенок родился, его сразу от матери забирают. А он должен именно припасть к груди. И вот это молозиво, которое выделяется, оно как раз несет первую информацию о всех тех болезнях рода, которые были в этом роде. А его на третий день дают только ребенка. Кормят его черти чем-то. Для того, чтобы у него, во-первых, связи с матерью нет. Потому что были опыты, когда забирали от крыс их детенышей, да, вот. И вырастали крысы, во-первых, они мать не признавали, естественно. И во-вторых, появлялся каннибализм, то есть поедание друг друга. Ну, понятно, что у нас тоже иногда появляется каннибализм в обществе. А все вот эти вот постановления совнаркомов, которые запрещали давать детишкам, значит, вот, материнское молоко. У нас был опыт проведен, когда давали, значит, молоко собак поросятам, родившимся только что. И поросята вырастали, как собаки. То есть они дрались, кусались, защищали свою территорию, но вели себя, как собаки. А у нас детишек начинают скармливать коровьим молоком. Коровы – это тоже агрессивные животные. Ну, вспомните быков. И получается, что у нас, в общем-то, дети начинают походить на коров. Самое интересное, что когда исследовали, ну, на умерших, конечно, детях, разрезы мозга, связи, вот эти нейронные связи между клетками в мозге, то оказывается, у нас новорожденный где-то в 3-4 раза умнее двухлетнего ребенка. Потому что у двухлетнего ребенка связи уменьшаются в 3-4 раза. Это как раз последствия употребления молока, коровьего молока. Ну или козьего, кто чем кормит, но они не заменят материнское молоко. Во-первых, если там даже смотреть по составу, они другие. Материнское молоко, оно жирность имеет меньше там 3%. Коровье там и 6-7%. Но у нас набор аминокислот как раз тот, который нужен ребенку. И он растет на материнском молоке значительно быстрее, чем на молоке других животных. Коровьим, там, козьим, ну, там, конским молоком. Кто что гораздо, короче говоря. Поэтому эти моменты тоже должны быть учтены при рождении и вынашивании детей, и при их, значит, скармливании. Я уже говорил, что, в общем-то, конъюгация – это высшая степень это считается высшая
формы размножения, конъюгация. Вот. У нас конъюгация в истории, в эволюции человека происходила уже не один раз. То есть один раз уже точно была, и второй раз мы не достигли вот состояния андрогинов. Андрогины – это когда мужской и женский организм полностью слились. Сливаться нам мешает именно то, что у нас разные частоты, и мы не можем этого достичь. Но в истории у нас андрогины были. И когда вот их разделили, да, андрогинов, они, в общем-то, потеряли свою божественную силу. Самое первое слияние у нас уже произошло, потому что у нас, смотрите, верхняя половина нашего организма похожа на нижнюю. То есть тут у нас руки, внизу у нас ноги. Там у нас головка, и здесь у нас голова. Там волосы, и здесь тоже волосы на голове. Там, в принципе, губы. И здесь у нас тоже губы. То есть все как бы то же самое. Конъюгация произошла именно вот этих гомункулов. Гомункул, мы уже с вами говорили, что все появляется из одноклеточного организма. Какой одноклеточный организм возник в пленке воды, при каком угле, да, такой, в принципе, и будет этот организм. Такое существо и будет. Именно когда рождается при божественном угле в пленке клетка, она начало разумного какого-то существа. Вот разумные существа, первые люди, это были, в принципе, ну, как бы у них были ноги и туловище. Головы не было. Ну, были еще руки. Такие перволюди, в принципе, описаны. Они описаны в уфологической литературе. Они сохранились на фресках старинных. Я хочу вам показать одну такую фреску. Это когда договор идет, происходит между нашим войском и вот это перволюдьми. Но здесь они изображены как циклопы, вы их можете видеть. То есть, вот, видите, у человека нет головы. У него здесь вот только один глаз. Руки, ноги. Вот, они у нас оказались на стадии одичания, потому что, видите, используют дубины вместо каких-то вот копий, как вот наших воинов. Но, тем не менее, вот такой договор здесь вот на этой фреске состоялся. Точно таких же, ну почти точно таких же описано в уфологии. Вот один из таких рассказов, когда человек, в общем-то, зашел в лифт, а там едет вот это вот существо. Правда, у него было два глаза. Но на теле, вот именно и рот здесь располагался. И как бы нос здесь тоже располагался. Все на теле, на этом. А головы не было. Вот. Но это потому, что из гомункула начинает развиваться вот такое существо. А когда произошло слияние, появились сначала четверохрукие, но потом они двурукими стали. Вот. Ну и появилась голова у человека. То есть мы уже слияние одно прошли. А вот следующее слияние без предварительных вот этих совместных вынашиваний, конечно, произойти не может. Кстати говоря, вот если говорить о традициях, которые нам тоже все нарушили, это вот ношение серьг, например, да, серьги. Это прокалывание ушей. Вот сейчас же колят не специалисты, он же не знает, куда колоть. А у нас ухо – это организм человека. И вот эта мочка уха – это его мозг. И когда у нас в древности кололи уши, или в древле православной колят, они знают, какую точку надо проколоть для того, чтобы стимулировать
или гипофиз, или эпифиз, или четырехколмия. То есть это стимуляция, для стимуляции именно зрения было сделано. Когда в любой точке, ну, какая попалась, такую прокололи. Потом еще камень повесили. У людей начинает болеть голова. Но это все сережки. Потому что неправильно проколоты уши. Надо эти точки точно знать. Тогда таких явлений не будет. Или цветы. У нас это римская вообще традиция лепестками роз усыпать спальное место. А в действительности это маразматическая традиция, потому что половой акт связывает с увяданием, с гибелью. То есть нам подписывают сразу приговор. Точно так же, когда дарят эти вот увядающие цветы, срезанные. Цветок – это половой орган растения. Он создан для того, чтобы превратить семя, родить семя. А он не может это сделать, потому что его срезали и еще и подарили. Тоже очень жуткая традиция. В германских этих фашистских лагерях там была такая тоже традиция, когда приезжих загоняли в баню, якобы помыться. Вот. И потом пускали газы. И в момент, значит, выпуска газов, там мужское и женское отделение, между ними была перегородка, которая поднималась. И мужчины, и женщины, поскольку здесь было долгое воздержание, неизвестно, выживут они, не выживут, они вступали в половую связь, кто кого найдет. И от газов погибали. То есть здесь тоже было. Были ритуалы, обряды, направленные на смерть нашего народа. Ну и вообще народов там. Там для всех это применяли, славянских именно народов. Вот. Свадьба та же самая. Все сделано неправильно. То есть там самое основное, когда все кричат «горько», нас кричали сладко, для того, чтобы была сладкая жизнь. Вот, когда там целовались, например, да, вот губы мазали перед этим медом и встречали в действительности хлебом с медом. У нас соль только это недавно вообще появилась, в 19 веке, когда давление упало, и у нас стало это. Целеварни начали развиваться, они, их не было на земле. Давление было нормальным, и обмен между клетками был нормальным, когда вот случилось понижение давления, вот последнее это с 2 атмосфер до 1 атмосферы, потребовалась соль, которая уменьшает проницаемость клеток, увеличивает, наоборот, проницаемость клеток, и поэтому нужна соль. У животных вот тоже соли не хватает. Они вынуждены выходить на дорогу, лизать эту соль, которую посыпают зимой. Ну или искать ее где-то. Значит, молодых встречают хлебом с медом. И мажут губы медом. И они целуются. И все кричат сладко. А соль-то для чем? Вот над головой там завязывается узел. И они его должны, завязывает жрец. Они его должны разорвать. Если я разорвался узел, ну значит... свадьбе. Ну, вообще, этот брак будет недолговечным. Фата, откуда фатализм, то есть судьба, да, вот ее нельзя ни на прокат брать, ни продавать потом. Она должна храниться, потому что это основа. Основа как раз жизненности семьи, то, что она не распадется. И вот таких маразмов там кидают деньги и потом подметают. Ну, то есть, а сразу программируют эту семью, что они будут побираться. У нас же
вот собирался род, да, другой род собирался. Когда готовились к свадьбе, рассказывали и распределяли, кто что должен дарить. Потому что семья не должна ни в чем сразу нуждаться. Не должно быть направлено на то, чтобы она функционировала нормально. Вот дом там строили, утварь всю дарили, мебель. Ну, то есть все сразу давали семье, новой семье. Это было до революции и даже некоторое время после революции. Когда у нас вот свадьбы стали, значит, преследовать этот древний православный обряд, приезжали в Кожанов мужики, и если на свадьбе там кричали сладко, ну, их расстреливали всех. И молодых, и гостей, и родственников всех расстреливали. Ну, вот так вот внедряли у нас вот эти все католические обряды. Потому что это все от католиков идет. А католики – это захватчики. Религия захватчиков. Потому что там нет перевоплощения. Православие – это перевоплощение прежде всего. Ну и таким вот еще обрядом жестким можно, конечно, относить. У нас же было много реформ православия. То есть там Никафская там реформа, например, когда нам запретили волшебные одежды носить. Нигарская реформа, когда нам запретили письменность. Вот Деванагари запретили Сензар. Но это было еще до первой революции, ну, которую мы сейчас называем первой 1905-1907 года. В действительности это уже была четвертая революция, а 17-й год уже пятая революция. Но нас так уж делают историю, что мы ничего про это не знали. Вот. Сейчас вот, например, сбривают волосы женщинам, когда они собираются рожать или делают аборт. Вот. А некоторые вообще всегда их сбривают. Вот этого делать нельзя. Потому что когда женщина забеременеет, информацию из... Ну, все это на солнце находится. Информацию из космоса она получает через волосы, которых у нее нет. Ну, значит, у ребенка будут патологии. Вот этих вещей не надо делать. Не надо делать татуировки. Особенно всяких животных. Что вы там нататуировали, то у вас и родится. Таких случаев ведь много. Просто об этом не рассказывают. Сразу везут в Склифосовского. Вот когда с хвостами рождается, с рогами. Вот, ну, если можно, допустим, отпилить копыта, да, но копыта не отпиливают, но хвосты обрубают, рога отпиливают. Ну, и таких детишек много в наше время, во всяком случае. Но мне по секрету-то тоже все рассказывали, я не могу рассказывать это, потому что это чужие секреты, но это происходит. Вот, поэтому нельзя делать татуировки, нельзя стричь волосы у себя на половых органах. Мужчина это еще может стричь, хотя это тоже чревато. Вот. А вот женщине ни в коем случае нельзя делать. Вот, точно даже как прокалывание ушей. Дальше, значит... У нас вся половая сфера, она извращена. Вот. И у нас извращения там вот, пришли вот как раз с йога, с юго-востока. И извращения, они почему так названы? Потому что это вот эти все вещи, которые у нас сейчас процветают, они в действительности исключали человека из перевоплощения. Потому что вращение или ворочение, возвращение обратно,
идет именно от правильно совершаемых деяний. Если это все неправильно, особенно в половой сфере, то можно было очень легко отсюда вылететь. И, собственно говоря, так и получалось, почему нам эти все извращения навязаны. Например, навязали нам разные там виды сношений, которые не предполагают естественные виды. То есть вот ванус, например. Да. Дело в том, что рак прямой кишки – это достаточно распространенное заболевание именно у тех, кто занимается таким видом извращения. Потому что ну, сейчас вот у нас, у мужчин, я имею в виду, понижены потенциалы сперматозоидов. Раньше-то это, в принципе, достаточно было одного такого акта, и, в общем-то, с тем, с кем это было совершено, у него был рак прямой кишки. То же самое оральный секс, как так называемый, тоже приводит к всевозможным ракам гортани, желудка, щек, языка. Вот это как раз вот чисто последствия от этих вот половых извращений, потому что сперматозоид, он настроен на то, чтобы оплодотворить яйцеклетку. Если таковой не встречается, он может оплодотворить любую клетку. Пусть даже она с одним набором хромосом. Потому что половые клетки, они у нас пополовине имеют набора хромосом. А все остальные соматические клетки, они с двумя наборами хромосом. Но если клетка повреждена, сперматозоид может в нее попасть. И уже с тройным набором хромосом эта клетка будет делиться. Ее никто из белых кровяных телец не определит, что это чужая клетка. Поэтому будет неизбежно возникать опухоли. А у нас язык, он всегда повреждается от горячего. Там, например, если кто ест горячую пищу, когда там происходит прикусывание, да, щеки, на щеке может возникнуть раковая опухоль. То есть все это опасно, все это не нужно. Самое главное, вы исключаетесь из перевоплощения. И это была специально такая традиция введена, потому что ею занимались в основном завоеватели. То есть издевательство над женщинами, которых превращали в рабынь, оно было у них в крови. И, естественно, значит, у них, поскольку католичество всегда было, то есть не было перевоплощения, но чтобы, не дай бог, оно не произошло, наши жрецы специально вводили такие тягицеи, чтобы все, кто занимается подобными вещами, не перевоплощались. Ну, можно на этом, в принципе, закончить. Сейчас я отвечу на ваши вопросы. Объясните, пожалуйста, связь между псеглавцами и рептилоидами, которые присутствуют в ваших книгах. Ведь псеглавцы, синайцы связаны псами, а рептилоиды – это рептилии. Как они связаны? Ну, псеглавцы, они получились из псинагов. Псинагов, которые, в общем-то, имеют тоже длинную такую челюсть, крокодилью. Ну, потом их скрестили с людьми и получили псеглавцев. Псеглавцы, они представители псинагов фактически. А псинаги, они к нам прилетели с Сириуса. Из созвездия Большого Пса. Вот. Ну, кстати, римский воин, который хранился в Багдадском музее национальном, римский воин – это прямоходящий крокодил в римских доспехах, которого увезли в Лондон.
Но все, что отвозят в Лондон, это все с концами. Ну, как, впрочем, и в Москву, что отвозят. Это же якобы в Лондоне, якобы в Москву. Но все просто это все изымается. Поэтому писинаги или печенеги, вот, это как раз предки писиглавцев. А наги это, в принципе, не... ну, они на санскрите означают, в общем-то, рептилий, да? Вот разумных рептилий. Но у нас в Библии, когда сказали, что вот Адам и Ева, и они были наги, якобы голые. Нет, они были как раз этими настоящими нагами. То есть настоящими песинагами. Который день, наблюдая бурные обсуждения в группах по поводу инопланетных разборок на орбите Земли-матушки, и не совсем понятно, кто с кем воюет. Первый вариант, что несколько цивилизаций воюют за право на Землю. Второй вариант, что прилетели некие спасатели и абсолютно бескорыстно отбивают планету для неразумных людей. И здесь, наверное, первый вариант, потому что правители и президенты планеты, какие были, такие и остались. Как вели уничтожительную политику против людей, так и ведут. И если бы инопланетяне хотели помочь людям, то сделали бы зачистку в верхах и на самой планете. Владимир Алексеевич, к какому варианту склоняетесь вы? К первому, конечно. Так оно так и есть. Дело в том, что вот сейчас говорят, что там они освобождают, идут подземные войны. Ну, подземные войны у нас вот в 2011 году, когда были эти гулы, да, и, в общем-то, рептилии тогда изгнали. А сейчас изгоняют уже вот этих новых кураторов, с которыми мы так не законтактировали. Вот. Ну, предлогом может быть и то, что мы вот как бы обратились к космической коалиции, там, вот могут под это дело прийти другие. Нас ведь, смотрите, Немезиду взорвали, на которую нас должны были перекинуть. Но раз Немезиду взорвали, то и нас сейчас некуда перекидывать, нас надо было еще глубже и ниже опустить. Для чего вот навязали нам плоскую Землю и сопутствующие с этой идеей маразма, что Солнце – это лампочка, звезды – это... голограммы, ну и прочая муть. Вот, а это уже признак полного тупизма. У нас вот эти идеи разделяют в основном только люди, которые клоны или родились от клонов. Но у них с мозгами тяжело. Естественно, что их легко очень обмануть, легко подписать на разные эти выдумки. Ну и вот сейчас они говорят, нам на Луне мы не были, что все это фейк, все это, значит, просто это территории, где коррупция и отмывание денег. Что Америка, Соединенные Штаты, что мы. Вот. Но у нас, в общем-то, есть маленькая надежда все-таки. Если мы будем повторять вот эту молитву требу, 12 часов там и 24 часа, то, может быть, все-таки коалиция нас услышит. Мы заинтересованы в том, чтобы мы никому не принадлежали, что здесь были объединенные полицейские войска, которые бы следили, чтобы никто сюда на землю не совался. И люди должны сами разобраться со своими проблемами. Нам ведь мешают, а все сваливают на нас. Планету загаживают, якобы мы загаживаем. А нам не дают просто внедрить то, что не гадит. Все вот эти циклические производства, которые были в 60-е годы прошлого столетия, разработаны с помощью биотехнологий. С помощью биотехнологий можно все абсолютно получать. Чистые металлы, пластмасс, ну что угодно. Без химии, без всякой. Вот просто
Ну вот у нас же есть производство дрожжей, например, да. Это же биотехнология. Правда, в силу того, что дрожжи ядовиты, да, это производство загаживает. Вот. Но если ввести параллельные производства, которые утилизируют эти отходы этого производства, то понятно, что никаких загаживаний не будет. Ведь с помощью, опять же, биотехнологии можно убирать радиацию, можно убирать болезни, чего угодно, всех, любых микробов, можно, любых глистов. Все можно убрать. Именно биотехнологии. Но кто нам дает это делать? Понятно, что никто. Получается, что мы сами дураки. А сначала же они как сделали? Они же сначала нам теорию относительности навязали. Вот. Этот маразм. Там три ученых. Лоренц, Макельсон и Эйнштейн. Вот. Я не удивлюсь, если я узнаю, что все это подсказки инопланетян. Потом они навязали, что у нас очень огромное расстояние. 150 миллионов у нас диаметр галактики световых лет. Вот. А в действительности расстояние, ну, у нас Земля за 24 тысячи лет облетает центр галактики. То есть расстояние в миллиарды и миллиарды раз меньше, чем нам рассказывают. Вот. Всякие теории расширяющей Вселенной, дырочная проводимость. Их много можно перечислять, вот этих глупостей. Но благодаря тем глупостям нас зачислили условно разумных. А сейчас, когда нам внедрили плоскую Землю и прошли конференции, ученые со степенями, наградами, там, лауреатами, прочими вещами, повторяют эту глупость. Понятно, что мы переведены сейчас в разряд неразумных. А у неразумных можно забрать и планету. Они неразумные, чего. И выкинуть их отсюда. Но выкидывать некуда. Ну, значит, вот с помощью коронавируса истребить. Входит ли наше Солнце в какую-то группу звезд, или оно само по себе не связано с другими звездами? Ну, дело в том, что у нас Земля же была центр Вселенной, культурный центр. Геометрически мы находимся как раз на периферии нашей галактики. Вот. Но вообще мы относимся к плеядцам. Потому что плеядцы – это как бы, ну, наши братья, так и они также, в общем-то, считают. Вот. Но нежелательно вообще ни под кого падать. Вот мы должны быть сами собой. Сами собой. Вы говорите и пишете в книге, что женщина и мужчина живут вместе всю жизнь только в первом коне, а потом они живут общинами. А как же в этом случае эффект телегонии? Так вот, как раз и использовался телегония для того, чтобы обменяться свойствами с другими людьми, достигшими какого-то совершенства. Поэтому были расширены семьи. Вот это не значит, что оно все так и было дальше. Потому что, в конце концов, именно первая пара достигала конъюгации, слияния, когда мужчина и женщина превращались в андрогина. Скажите, пожалуйста, сегодняшняя тема, в какой книге у вас описана? Это я к любви. В вашей книге «Я к любви» описано приспособление наших предков для полового акта в виде корзины без дна, подвешенной к потолку для колебательно-вращательных движений. Туда садилась женщина, мужчина ложился под нее. Означает ли это, что поза, когда женщина сверху, тоже естественна и не вредна? Если женщина сверху, но все равно она должна быть сидеть на нем сзади, спиной, повернутой. Посмотрите у нас, как идет энергия. Вот у мужчины она идет кверху. Женщина находится к нему спиной. У нее она
тоже идет кверху. И они вместе идут кверху. Они усиливают друг друга. А если женщина к нему лицом, у мужчины опять сверху, а у женщины идет вниз. Она лицом к нему. Вот от такой позы люди очень быстро устают. После полового акта всякий зверь, как говорит римская пословица, мрачен. Мрачен, потому что неправильно позу держали. А если вы правильно держите, у вас тяга к друг другу не пропадает. Она, наоборот, нарастает. Тем более, если вы все делаете правильно. Потому что нельзя в половом акте, например, чтобы кто-то казался неудовлетворенным. Обязательно должны все быть удовлетворены. Тогда это прогресс, это развитие, это эволюция. Если этого нет, ну, значит, ничего не будет. Женщины же часто имитируют и оргазмы там, и все прочее. Причем их матери и учат, как это все делать. Но потому что нет техник, правильных техник. Вот. Колебательно-вращательные, да, с корзины, конечно, легко делать его трудные прописных. Они только так и совершают половые акты. А вот есть еще техника, когда просто колебательное движение совершается за счет предстаты. У нас сейчас предстаты вообще никак не используют, да? Потому что сразу начинают эти фрикции делать, разрабатывать женщине влагалище. Вообще недопустимая вещь. Потом она у нее выпадет к старости. Это надо. Это ни супругу, ни ей не нужная вещь. Вот. Да и потом это же старение. Женщина стареет, и вы будете стареть. Потому что бессмертие, оно коллективно. Оно не достигается одним существом. Вот. Пространство мира между жизнями по Майклу Ньютону – это и есть тот свет. Там душа отдыхает до следующего воплощения. Но это заблуждение. У нас дело в том, что на том свете тоже сейчас создан ад. Ну, мы поговорим об этом подробнее. Дело в том, что им нельзя ничего нам рассказывать, нашим родственникам, потому что они получают по голове. Как и мы за это тоже получим по голове. Нас встречает там какое-то радостное, светлое существо, куда-то оно нас ведет, но в действительности оно ведет нас в ад. Потому что нас провожает, чтобы тебе земля была пухом, и Царство Божие, которое там давно уж нет. Вот. Еще в первые годы перестройки у нас сохранялся рай на том свете, в районе именно России, СССР. Но сейчас там ничего нету. Везде ад. Поэтому там нет отдыха. Там есть рабское существование, как и здесь на земле. Для задания свойств семенам при пропускании их через себя во время полового акта у супругов необходим синхронный оргазм. Или процесса и мыслей о чудо-плодах уже достаточно. Можно обойтись и просто мыслям. Ну, потому что, да я сколько уже знаю женщин, которые, но я им рассказал, как правильно вынашивать ребенка. Вот, и как вот сделать, чтобы у него были, допустим, у нее серые, а у мужа карие. А чтобы были голубые глаза. Вот проси, задавай, представляй, что голубые глаза, как там у Жанна Море, например, или еще у кого-то. Ну, представляю, что, кем он должен быть. И все срабатывает. То есть, то же самое. Вы можете просто задавать, какой должен быть плод. Оно сработает. Но это будет слабенько. Ну, как слабенько? Оно не ярко будет. Вот, например, вот сейчас вот дыни, там, арбузы. Вот детские ощущения, когда пробовали дыню. Яркий, режущий вкус дыни. Сейчас, конечно, притуплены там и чувства,
и рецепторы, да. Вот. Но самое главное, что и дыни-то стали не такими. Потому что она все время все модифицирует и все улучшает. Вот. Поэтому понятно, что половые акты – это творческий, божественный акт, который можно использовать для вот этих именно целей. И вообще, созидание человека, ну это же божественный акт. Ну а мы можем использовать его не только для созидания человека, а вообще для чего угодно созидания. У нас же, смотрите, вот в кишечнике, да, мы же считаем, что в кишечнике там, ну, понятно, глисты там, вот. Да вот из кишечника, особенно при чистках, чего только не выпадает. И ящерицы могут выпасть, и медузы, и пауки, и вообще всякие другие сущности, которые никак не описываемые. А это как раз не то, что мы там проглотили яйцо паука или яйцо, там это ящерица, а потому что кишечник родил нам это существо. Конечно, есть явление, когда вот презервативы выбрасывают в унитаз. Сперматозоиды кого-то возьмут, да и оплодотворят. Там появляется какое-то чудовище, типа змеи или рыбы-змеи, которая выползает из унитаза потом. Таких случаев уже не один. Поэтому не надо выкидывать в унитаз отработанные презервативы. В интимных отношениях понятно, как нельзя, вот как нужно. Не все понятно. Углы и т.п. Как же молодежь научить? Понимаете, там... Вы думаете, что там можно использовать божественные углы? Вот совсем не обязательно. Там используются локи. Вот у нас идет сначала, где клитор, это чи лока. Потом, где мочеспускательное отверстие. Это я про женщин говорю. Си-лока. Там, где у нас плевра. Под плеврой. Там косточка, которая. Ци-лока. Откуда слово, кстати, идет целка. Дальше идет у нас. Дзи-лока. Это около матки. У передней, ну, у верхней поверхности. Нижней поверхности. С другой стороны. У зева матки это идет джилока и сама матка, которая раскрывается, это джилока. Это разные луки, которые нужно задевать. Не растягивать, просто задевать тихонечко. И тогда у нас возникает не только у мужчины эякуляция, но у мужчин есть канал. У женщин канала специального нет, но у них тоже происходит эякуляция, потому что у них есть эти вот клетки в слизистой оболочке, которые вырабатывают эякулят. А для этого не нужно, во-первых, просто касание и задержание, чтобы у нас смогли объединиться системы. Вот не надо впихивать. То есть не надо ничего растягивать женщине. Просто касание. И если есть какие-то вибрации, то не очень маленькая амплитуда и большие промежутки, чтобы это объединение произошло. Чтобы вы уже стали реально неразлучны. Вот. И именно в эти локи происходит касание. То есть и в чьи локу может, и... Но они по-разному и назывались. Вот любодейство. Любодейство – это вот как раз касание вот этих вот локов. Вот чьи локи, си локи. Оно поверхностное. То есть проникновение не происходит. Но, тем не менее... Оргазм получает оба партнера.
что и учить особо-то нечего. Почему за слово «француз» в советское время расстреливали? Ну, потому что у нас французами, почему у нас евреев стали называть французами? Потому что французы фактически захватили тогда Россию. Ну, не Россию, но, короче говоря, Наполеон, который, в общем-то, это в действительности борьба династий была, бурбонов и бонапартов. Бурбоны проиграли. Вот, и воцарились бонапарты. У нас вся вот эта романовская династия, это бонапартовская династия. Потому что, если вы посмотрите, вот, ну, вот Николая I фотографий нет, хотя фотографии были. В начале 19 века фотографии были. Но у него нет фотографий, но есть рисунки. Но даже на рисунках видно, что Бонапарт и сын Наполеона, Бонапарт II, одно лицо. Ну и там остальные, Александр II, Луи де Филипп, ну и многие другие. Но это все Бонапарты. Потому что Россия, ну, это была Московская Тартария. Московскую Тартарию захватили. Захватили французы. И почему у нас был французский язык? Все дворянство говорило на французском языке. У нас своих дворян вырезали всех. Не дворян, а элиту всю. Ну, кроме Юсупова, которые пошли служить Бонапартом. Вот. Ну и чтобы скрыть это, нам же сказали, что Франция проиграла. Мы победили. Вот. Для того, чтобы не рыпались. Потому что если вы знаете, что вы в рабстве, вы будете дергаться, будете создавать партизанские отряды и так далее, будете стараться освободиться. А когда сказали, что вы выиграли, ну все тогда, вопрос решен. Ну а что так плохо живем? Ну, плохой царь, плохие руководители, объясняются местными причинами. Вот. Поэтому французов, в общем-то, как бы искоренили это понятие. Но правили французы, реально, ну, то есть дворяне. И почему вот эта вот революция, когда произошла, удалось поднять народ? Да потому что ему все рассказали, кто такие эти наши цари. Святослав Храбрый стал Саровским, или он воевал в Крыму с Николаем II? Его убил Куря, Песеглав, и кубок из его головы сделал, как правильно. Но это легенды придумывал специально. Святослав, он не погиб, он победил Хазар. Победил Хазар и ушел в скиты. Саровский же он как бы в монастыре. Ну, не монастырь, у нас монастырей не было, у нас были скиты. Вот он ушел в скиты. Важно ли принимать углы своих богов при половом акте? И как это делать? Считать наклон от головы супруга или пола? Не обязательно. Дело в том, что если вообще соблюдать именно углы, но эта женщина принимает угол. Мужчина уже к ней подстраивается. И угол между ногами и туловищем. Там происходят очень интересные вещи. Не могу просто рассказывать, но вы можете попробовать сами. Допускается ли проведение древнеправославных практик, дыхательных и так далее в божественных углах, образованных складным трептихом? Почему нет? Пожалуйста. Запретов-то ведь как раз в древнеправославии нет.
ограничений для творчества. Творите. Зачем в женском приборе есть особые чувствительные точки, которые вызывают сильное удовольствие и мочеиспускание? Причем в обычном зачатии ребенка это точки не нужны и не работают. Извиняюсь за вопрос. Но дело в том, что они нужны как раз. Нужны же эмоции. А как без эмоций? Эмоции, они преобразуют ведь все. Эмоции – двигатель прогресса, двигатель эволюции. Если нет эмоций, нет эволюции. И, в принципе, мужчина и женщина, они поставлены на то, чтобы достигать все больших и больших эмоций. Вот почему половые акты с инопланетянами заканчиваются обычно смертью человека. Ну, потому что такие эмоции, которые охватывают инопланетянку там или инопланетянина, настолько сильные, что сам человек не способен их выдержать. Почему и ци тоже эту энергию выгоняете, но ее надо еще выдержать. Поэтому надо быть аккуратным, готовить тело к принятию этой энергии. Ну, все, вопросов больше нету. Ну, тогда я с вами прощаюсь. У кого уже ночь, тому спокойной ночи.